Этим 46 школьникам доверена самая почетная миссия – первыми в Сочи вступить в ряды юн-армии. Это всероссийское военно-патриотическое движение было создано год назад по инициативе Минобороны страны и при поддержке президента. Сегодня региональные штабы уже открыты в 85 субъектах России. Такое теперь есть и в Сочи. Сегодня мы приняли 46 школьников из 6 образовательных организаций. Это ребята, которые несут вахту памяти, пост номер один. Это участники военно-патриотических клубов. Патриоты России. Церемония проходит в торжественной обстановке. Один из главных моментов – школьники приносят клятву юнармейца. Я вступаю в ряды юнармии перед лицом своих товарищей. Торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юнармейскому братству. Клянусь! Клянусь! Первым юнармейцам вручают соответствующие удостоверения и знаки отличия. Кстати, в их числе не только юноши, но и девушки. Ведь членом этого движения может стать любой школьник, общественная организация, клуб или поисковый отряд. Это большая честь для нас была вступить в юную армию, потому что я думаю, что в жизни в дальнейшем она мне пригодится. Я сейчас являюсь членом клуба «Патриоты России», а в дальнейшем хочу стать военным инженером. В Воронеже уже решил, после 11-го туда поступаю, в академию. Теперь в свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у вечного огня, участвовать в патриотических акциях и военно-спортивных мероприятиях. Чем будет заниматься юнармия? Ну, во-первых, подготовка, естественно, наших юношей, а может быть и девушек, к службе в армии. Для этого будут проходить различные военно-патриотические мероприятия. Второе направление – это военно-историческая работа. Этим тоже будет заниматься юнармия. В частности, будут принимать участие в подготовке документов по восстановлению исторической памяти. Сегодня по всей стране к юнармейскому движению уже присоединилось 26 тысяч школьников. И эта цифра будет только расти. Так уже 18 ноября в Сочи в ряды юн-армии вступит очередная группа юных патриотов своей страны. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.